Сколько рублей? За пойло? А? Как докатился до такой жизни? А? Как? Ну тут долбанулся. А сколько лет тебе? Пойдем поболтаем, покурим. Че долбанул? Инсульт? А лет-то сколько тебе? 46. Ёб твою мать, а че пил сильно, да? А? Опухоль какая-то. Опухоль где? В башке, блин. Да ты че? И че, прошла, начал бухать, что ли? Нет, вытащили. Опухоль, операцию делали? Я год лежал в коме. Да ты че? Да. Год в коме? Да. Обалдеть, блин. И че? Вот такая, вытащили. И что за опухоль? Я хрен знает. Ирк все убегал от меня, блядь. Ты, говорит, задолбал меня. А ты до этого пил? Вопросы. До этого пил? Выпивал, конечно. Ну, сильно как бы запоя, да? Как все. А сейчас что, где ты живешь? На улице? А, где ты живешь? После операции? Ну. Че, вообще кажется, все не то. Ну, в смысле, в каком плане? Да не знаю, все кажется не то, блядь. Даже люди разговаривают как-то не так. В смысле, голоса другие или что? Не, разговаривают не так. Ну, смысл имеешь в виду или что, не тот? Или да слова? Я хрен знает, я сам себя не понимаю. Какое-то состояние, знаешь. Вот выпью, еще вроде как-то более-менее все начинаю чувствовать. А так хожу, когда трезвый, блядь. Пиздец. Как будто фантастика, да? Это не туда попал. Там да мне ты... было лучше. Блядь. Я, блядь, умерших и мать повидал, и племянницу. В коме? Да. Что, серьезно? Да. И нету никакого ни коридора, ничего, блядь. А что там? Они там отдыхают, блядь. Нереально. Да. Ты что, все видел это? Видел, я с ними общался. Я говорю, я с сеструхой разговаривал, блядь, она даже не поверила. Сколько блядь ты пролежал в коме? Год. В коме? Да. Год в коме? Да. Обалдеть. А вон я сейчас приехал. А вот время у тебя как пролетело, ну, вот, вот это вот все? А я даже и не понял как. Просто общался, мать видел, говорю, племянницу умершую. Ни боли, ничего не помнишь, вообще ни вот этого, ничего, не да? Было ничего. Так меня под наркотой сидели. Ну это понятно. А вот когда вышел, там что, вот это все вспомнил. Я даже не знал, что у меня, блядь, дыра в башке, блядь. И что, видел реально всех мертвых? Да. Я общался с ними. Своих, да, своих всех. Ну и что там как? Отдыхают они там нормально. В смысле отдыхают? Мать работает. Где? А, ну, это, сидит как. Как она называется, эта фишка? На вахте, что ли? Да, какой-то там. Племянница спортом занимается. Хотя не занималась такими вещами. Там вот это все, да? Ты видел? И что, типа, у всех все хорошо? Да, все нормально. Обалдеть. А еще кого видал? Обучаю. И разговаривал с ними? Да, я с ними разговаривал. Племянница вообще возле меня, возле кровати стояла. Что говорит? Чё? Так, ну а говорила, что ты помираешь там или умер, не, ничего вот такого, не, ты понимал, но что ты помер? Иди, говорит, назад. Чё, серьезно? Да, мать особенно больше всего, говорит, иди назад, говорит. На. Чё, серьезно? Ты здесь не нужен. Обалдеть, блин. Пока еще, говорит, не нужен. Ну, а чё, Господа видел? Нету, я не видел этого ничего, вот люди говорят, коридор какой-то, вся фигня, то все понял. Ничего этого нету, я не видел ничего. Обалдеть. Ну такая фигня. Я чё, да я говорю, вот, баба, которая тусуется, я это все рассказываю, да. Она тоже была когда-то в коме. Ну и что она говорит? Ну, я не знаю, говорит, где ты побывал тогда. Я, а говорю, она не такого понимаю, не видела? Она нет. А что-нибудь вообще видела? А я не расспрашивал, даже мне интересно. А ты видел, да? Так вон у меня, я говорю, приехал, друг здесь жил. Ну. Он здесь вот пизданулся, блядь, ну ага. Опухоль когда в башке создалась, блядь. Вот я приходил к нему, ездил, блядь, ага, в больницу, мы тоже вырезали, нахуй. Хирург что сказал, говорит, у него левая часть доли, у меня правая была, ага, задета больше всего, а у него левая. Если, говорит, сердце выдержит, то, ну, он, говорит, останется это. Ага. Он вот так лежал, но. Как и я понял, походу, здесь я так же. Сердце не выдержало. И умер, да? Да, и подруга с Белоруссии тоже. Ага. Тоже пошла, поехала к сыну. Блядь, а у тебя выдержала? Пошла в баню, тоже инсульт ебнул. Ну и что, где тебе лучше-то? Да я сам еще не понимаю толком. Ну там нормально было? Иди хорошо, блядь. Не бухал там? Не до этого было. А что, можно там бухать? А я не знаю даже. Ну не попадалось, ничего, таких моментов не было, нет, да? Не до этого было.
Так бы бухнуло там, да? Не знаю. А? Не знаю, не слышу. Ну там бы, наверное, не дали бы. Да? Короче, с того света ты вернулся? Да. И что, бомжуешь? Ну, или есть квартира? Я там остался. У меня в Ухте. В Ухте? А как сюда перебрался? Да я давно здесь. Да? И все бичуешь? Нет, жена здесь бусила на Ленина. Развелся? Я им все оставил. Из-за пьяных все, да? Детям? Не. А давно уже был. А сейчас ты где живешь? Я на радио работаю, на русском. Сейчас ты где живешь? А, в музее. Бандой, да? Здесь вот этажки. Пацаны. Понятно. Здесь ебнуло у нее, нахуй. Ее увезли, бля. Она рассказывает, говорит, пришел, я поехал, ты собрался, говорит, в магазин еще сходить. Так тебя белая горячка, что ли, ебнул? Нет, опухоль. Понятно. Ну у меня, видишь, что, у меня подруга что одна тоже рассказывает. Ты, говорит, и ходил, говорит, уже и столбы шибал. Обалдеть. И, говорит, горизонт терял? И с людьми, блядь, состыковывался. Говорит. Горизонт терял? Нет, она говорит, ты что-то, говорит, идешь, идешь, блядь. Лена летит. Че летит, хуй его, так, брык упал. Обалдеть, блядь. По вечерам часто. Ну а так где искать? Я сам не знаю. Я сам не знаю. Где я буду? Шибанул. Спросил. Да я мог бы. Мне бабы знают. Что, все дают бабки? Нет, просто должны многие. Нет, вот как я тебе дал, все дают? Не, я так не спрашиваю. Потому что не ну, у меня же спросил. Ну, потому что 2 рубля, ну что, елки. Ну, а получил больше. Долго, да? Че тут снимаешь? Прикурить дать? Да, и мне есть. Зажигалка есть? Конечно, у меня не одна. Пиздец, блядь, такой стрём, блядь. Я откуда пока, бля. Да и жилье дают, и все, бля. В смысле, снимают или что, или свое? И работу предлагают, и все. А где я не могу? Инвалид, да? Нихуя. Я инвалид. Ёлки-палки. Вторая группа. Сейчас нога стала отказываться. Это жесть. Я, потому что спрыгнул, бля, с таблеток сухого. Допинг, один допинг, спиртное, да? Брали, я по 100 килограмм, блядь, брал, подымал, нахуй. А спиртное спасает? А спиртное сейчас спасает. Какое? А я все, что горит. Все пьешь? А пиво-то что, похрен? Давай.